И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик и Вортекс. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Это у нас карта на прохождение, называется Минерва. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет! Вортекс. Всем привет! Че, будем рашить их? Да. Кстати, наверху, смотрите, чубзик стоит. Вот-то. Да-да-да-да. Гасим его, гасим потихонечку. Все по пульке, его нету. Ребята, жизни, патроны, кому надо жизни? Аптечки. Патроны. Убила, убила. Бежим, 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 дальше, дальше. Все, спускаемся, чего боимся? Настрой, а он один. Вот сюда важно зайти. Убил, а нет, не заходит. Прыгайте вниз сюда, вниз прыгайте, не бойтесь. Все, мы идем, Ярик. Ого, их тут. Вы че такие дерзкие? Есть, забрали. Все, давайте, поехали, поехали. О, патрончики. Ого, что это? Тут мины, их надо в воду бросать. Их воду надо бросать? Воду их бросайте, закидывайте их в воду. Ярик, откуда ты знаешь? Гравитиганами в воду их кидайте. А, это с хайфлайфом, я знаю. Молодец. Так. Это мне. Так, бежим, бежим, бежим. А здесь мы не пройдем. Мы не пройдем, да, да. Осторожно, осторожно, тут могут быть шампаны. Ломаем, ломаем ящики. Ничего нету. Что-то. О, с пушки это, с вышки валят. Давайте пробегаем, пробегаем. Вон, вон, вон. Окей, справа, гранату. Справа, Ярик. Граната. А кто кинул гранату? Ты, гранату они кидают, они кинули гранату. А, они кидают? Ай-яй-яй, ящик загорелся. Так, ложим, ложим. Кстати, ребята, эта карта состоит из 5 частей. Надеюсь, хотя бы одну часть мы запишем сегодня. Тут шар уже не поможет. По крайней мере, очень активно получается карта. А, еще прибежала подмога, помогайте. А-а-а. Ну все, все, уходите оттуда, сейчас будет зачисточка бочками. Зачисточка сейчас будет. Есть, 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 нормально. Мы с Вортексом здесь положили. Заходим в лифт, давайте. Тихо, тихо. Подожди, Ярик, подожди. Может тут что-то в ящиках, не спеши. Давай все рассмотрим. Там ничего нет. Там ничего нет, я проверял. Так, все, ребята, поехали. Мы едем на лифте. Неужели тут есть подземная база? 70 мегабайт, 5 карт. Прикольно. Оружие готовьте. Так, хорошо, я тут чуть-чуть карту посмотрел, тут турели. Турелька. И с гравитиганами в них. Кидайте в них вот эти ящики. А, все, 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 все. Блин, 20 хп, ребят. Ничего не. Ой, давай, 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 их на, их на, их. Ух, ё-моё, сколько их там, пацаны. Ярик, умрешь. Тихо, тихо, калитку надо открыть для продолжения. Все, готовьтесь, сейчас комбайны будут идти, видите? Они так, готовьтесь, аэрдушки берите, ребята. Витя, не, гранаты, можно гранаты взять. Вторая камера, Витя, они со всех камер. Ого, бегут. Это не к нам бегут? Ничего, гравитиган решит все свои дела. Просто пыляйте их. Смотрите, видите, как я делаю? Ты чё, вонючка? Меня убило это. Что? Осторожно, осторожно. Ой, прости, папа. Меня убили как назло. Ух, мы с Яриком еле отбились. А может надо было вам просто спуститься эту кнопку, нажать и выйти теперь надо? А может надо просто наверх подняться? Все, поднимаемся, да, мы кнопку нажали, теперь может мы там что-то отключили или дверь какую-то открыли, поехали. А, мы лазер отключили, а нет, он включенный. Ну что-то мы, значит, включили или нажали. Ну тут смотри, суета как хорошая. Кто хочет слезть, кто хочет слезть, Вася? Она убьет, наверное, нас, мы сейчас проверим. Вортекс, ой. Так не надо было. Ой, лестница разломалась. В смысле? Ну тут низко, да, слазить. Ай. Дальше. Вау, ребята, смотрите. Дырку ползу. Пустились в какую-то в шахту, и здесь еще дверь. Все развалина. Ого, где это мы? Вообще вот. Классно. А, еще где? Ниже есть. Ничего себе, она глубокая. Вот, сюда дальше. Мы здесь уже были. Это враги мы... есть тут? Папа, ты где? Папа, ты где? Я иду потихоньку по сюжету продвигаюсь. Давай, мы тебя тут подождем. А, хэдкрабы! Главное, все закрыто, кроме туалета. О! Где моя монтировочка? О, патроны. Брони берутся. О! Пилочки. Смотрите, бронилка и лечилка есть. Так. Главное не спешить. А, хэдкраб! Иди сюда, вонючка. Да я таких, как ты, на монтировке крутил. Да, куда, да, Ярик, да, дальше, показывай. Так, папа, сюда как-то нужно теперь проникнуть. Сейчас я открою, стой. Я профессиональный взломщик. А,
на кнопку C открываешь. Да. Так, ребята, все очень четко и красиво. То у нас вторая карта, ту мы прошли. Уго, чем ты ломаешь? А, у тебя паутина Спайдермена? Да. Ты так, молодец. Давайте, я хакну. Уго, там кто-то рубит. Я комбайном сейчас... Ты их паутиной комбайн сплетай. Здесь и будет еще четко. Два комбайна, я их обезвредил. Так, мочи, все. Так, вот тут дверь не открывается? Остановитесь на трубу, она дамажит. Ой-ой, тут эти. Ярик, давай, паутина, сваливай их. Смотрите, давайте, я вас буду. Они не попадают, они кривые. Спайдермена убили. Ого, не попадают. Сейчас мы их физганом. Физган. Ой, Даша не хотел. Прощай, пушка. Опа, минус две. Минус две, точно. Так, вот эта дверь вроде открывалась, а вот и дядечки выбежали, как ты сказала. Спускаемся вниз, нажимай Е возле лестницы и вниз. Оп, по красоте, только зачем я сюда спустился? Давай туда пойдем. А, нет. Ну, просто лестница. Это как, знаешь, для обслуживания. Да. Ремонт. Да-да-да. О, еще давай, ниже. Хэткрабы! Я беру спайдермен. Хэткрабы, уходите. Не бойтесь, я вас сопровождаю. Давай, Ярик. Давайте, тихонечко. Валите, я их буду отвлекать. Эй, хэткрабы. Давайте, стреляйте в них. Я мочу их, Ярик. Просто я боюсь по тебе попасть. Не бойся. А, Димас тут выше подниматься. Димас, спайдермен. Так. Во, это... А тут какой-то телепорт. Наверное, в телепорт надо заходить по-любому. Не-не, это не телепорт, это шар, он закрывает что-то. Он что-то закрывает. А ну-ка. Кнопочка. Ярик, давай попробуешь зайти. О, шарик, смотри, какой шарик. Это, я его отпускаю. Ой-ой-ой-ой, убьет нас. Не убьет. Так, все, теперь здесь что-то должно открыть. Так, а нам сюда можно заходить? Не знаю. А где, куда? Не заходит. Ну, а ты пробовала зайти? Так, я хочу, не бойтесь, сейчас. Я попробую зайти. Не. Так, что-то дальше должно здесь произойти. Ломаем ящики. О, дверца открылась. Ты же говорил, что это что-то контролирует. А, мы убрали шарик и дверки открыли. А может тут кнопку, смотри. Сейчас я хакну. Ну давай, Ярик, ты хакни ее. Ты же у нас хакер. Так, хорошо, все. Можете проходить. Так, открывай. Она не открывается? Все. Чего она не открывается? Ярик, ты не можешь, давай я хакну. А, ее даже удалить нельзя. Нет, а не, можно. Можно. Во, смотрите, что это? А нет, ничего. Что здесь подозрительно все? А, я понял, это те... О, смотрите. Это сталкеры, на которых прыгнули хэткрабы. Прикольно сделано. О, они вообще как скелеты. Угу. А если мы их сейчас разобьем, и они сломают? А ну давай попробуем. Тут мостик есть, Не, они вообще не бьются. Бронированные стекла никак. Надо переворачивать. А я их монтировочка. Чик-чик и все. Куда дальше идемте? О, смотрите. Что тут? Тут эти какие-то заплывают. Сталкеры здесь. Смотрите. Зомбируют. Тут прям цех по производству сталкеров. Ну, очень атмосферно смотрится. Идите дальше, идите. Тут что-то будет дальше. Так, продвигаемся. Спайдермен. Да, Ярик упал. Там уже был. Смотрите, это тот же самый мост. Помните, где я хакал дверь? Ого, Дима, смотри. Вот, это уже посерьезнее будет. Тут там, получается, мы внизу были. Ого, их там. Я вам помогаю, Спайдермен вам помогает. Я надеюсь попаду. Есть, попал. Блин, сколько их здесь. Да по-серьезному. Так, здесь так... закрыто. Смотри, тут надо этим. Димас, иди сюда, вот этим. Сейчас хак будет. Опа. Здесь пульты управления. Клацаю все подряд. Тоже, у меня не хватит. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!